И тем приятнее мне сейчас объявить, в общем, премьеру. Премьеру и для оркестра, и для вас. И эта пьеса, она имеет странное такое название «Анастасия». Ее написал наш петербуржец, ленинградец. И он в зале, и я представляю, это Михаил Лихачев. Он пишет пьесы для нашего оркестра. Итак, солист оркестра Евгений Печенкин. И премьера пьесы Михаила Лихачева «Анастасия». Thank you.
Композитор Михаил Лихачев, заслуженный деятель искусств. Запомните это имя.